что ж, приветствую вас, господа и дамы, всех, кто посетил Гарри Кинг Ченнел. Тут подписчики задают, почему я не делаю вопрос, почему я не делаю ролики о Фетхе, о Люденизе. Ну, теперь сделал, появилось настроение. Данный ролик я хочу посвятить отелю Орка Sun Life Resort Spa, пятерочка. Но сразу хочу сказать, что по минусам. Он в горах, то есть, ну, некоторые шикарные панорамы виды, это можно и плюсом, это считается один из главных плюсов. Но 2,5 километра надо спускаться, 2 раза автобус возит народ. Второе, пляжи здесь платные, ну, не так дорого, как в Европе, но копеечку надо иметь. Ну и все, по-моему, это все минусы данного отеля. И в двух словах, что такое Фетхе? Алюденис. Ну, это 40 километров Фетхе, это городок расположен от аэропорта до Ламана, 15 километров от Фетхе. Ну и чем Фетхе знаменит, что здесь шикарная голубая лагуна, это национальный заповедник Турции, известный своим необыкновенным пляжем. И везде фотографии, видео, и просто очень, конечно, хочется съездить туда. Ну, а в поселке, я считаю, местные, как читал и везде говорят, местные не живут, а приезжают работать, как вахтовым методом или так. И центральная улица здесь, вот небольшого Алюдениза, это всего 300 метров, где все тусовки, магазинчики, кафе и турбюро, где можно приобрести экскурсии. Ну ладно, перед тем, как, еще раз повторюсь, говорить об отеле Орка Sunlight Resort и Spa, ну, по информации, я, как обычно, по своей старой традиции, почитаю отзывы. Отзывы, ну, первый — Рамин из Азербайджана, возраст 35-44 года. Отличный отель, все как положено к 5-звездным. Семья была с маленькими детьми, был улучшенный номер с боковым видом на море для 2 взрослых и 2 детей до 12 лет. Проживал до где-то 5 ночей. Главный минус отеля — далековато от моря, ну, правильно, с детьми. Правда, мы были с машиной и один раз решили проведать море. Но нигде не мог парковку сделать машины. Почти 500 метров вдали от моря парковку сделать, но неудобно, потому что все время полиция могла машину эвакуировать, забрать. И отличный отель, как положено, 5-звездным. Персонал супер. Мы выбрали комнату люкс. У нас был собственный бассейн, джакузи. Дети были в восторге. Еда просто блистательна, спасибо поварам. Ну, я вот говорю, вот изумительный отель, а почему людям, и что он не старый. Ну, дальше, Екатерина из России. Все просто супер, или почти, за исключением очень неудобных подушек. Была семья с маленькими детьми, стандартный двухместный номер, с одной кроватью или 2 отдельными кроватями и балконом. Проживание 1 ночь. Жесткие подушки, просто каменные, необходимо исправить. И еще небольшой момент. Я предупреждала по электронной почте, что приедем с 12 до 13 часов. Не ответили, что учтут. Однако, в 13:20 комната не была готова, а перед сном мы обнаружили, что не хватает одного одеяла. Пришлось укрывать ребенка полотенцем. Но это уже, ну что делать, бывают вот такие мелочи. Ну ладно, далее, Кристина из Екатеринбурга. Я стараюсь, вот свежие отзывы. Отдыхала парой в мае 2019 года. Рекомендую отель. По размещению сервису 5. Впервые с мужем полетели в Турцию на свадебное, ну, как я понял, путешествие. Нам все понравилось. Отель отличный, еда вкусная, шикарный номер для молодоженов. Все соответствует картинке. Лебеди из полотенец, живые цветы и шампанское. Спасибо персоналу. Здесь не просто на высшем уровне. Не видела еще нигде такого обслуживания. Все дружелюбные. Территория большая, зеленая. Много различных деревьев и цветов. Красивые локации для фото. Заказывали в отеле фотосессию. Понравилось. Фото получились отличные. По цене даже приемлемо. Так как полетели в первый раз, то нам довольно интересно было узнать культуру и традицию страны. В этом нам помог гид Джем Фетхе, его ник в Инстаграм, ну там указано. Случайно наткнулись на него по отзывам туристов. Благодаря ему мы узнали много интересного. Попробовали различные национальные блюда, но больше всего нам порадовал этот подарок, сделали Джемом. Это закат на корабле. Спасибо вам за эти эмоции. Вернемся к вам снова. Так что такие пирожочки. Ну вот, я так особо не буду вас утомлять, еще отзыв. Небольшие отзывы. Юлия Олейник из Москвы. Отдыхала с семьей в июне 2019. Рекомендую отель. Размещение 4, сервис 4, питание 5.
Могли бы лучше, но не могут. В принципе, обычная турецкая пятерка, которая больше похожа на четверку. Туристам нужно быть готовым, много ходить, ибо в этом регионе все в лесах, горку на горку и горки и так далее. Ну вот, я говорю, вот люди кому-то, правильно, после анталийских там лакшери отелей, потому что сюда ценники тоже не такие уже дешевые, но все равно можно все себе позволить. Так что такие пирожочки, господа, хорошие. Ну вот, ну что еще? Ну и вот еще один, сейчас Лизу из Умани, ну это, как я понял, с Украины. Отдыхала пары в мае 2019 года, рекомендую отель. За размещение пятерку, за сервис 5, за питание 5. Очень уютный, приятный отель, есть все необходимое. Чистые, комфортные номера, убираются каждый день. Вкусная еда, кормят до отвала. Бассейн открытый маленький, открытый большой. Мини-аквапарк, сауна, хаммам, теннисный корт, небольшой тренажерный зал. Настольный теннис. Расположен в красивом месте, маленький нюанс, пляж, конечно, далековат. Но есть транспорт и местные маршрутки, по 4 лиры, такси 25 лир. Ну и бесплатный трансфер из самого отеля отвозят утром в 9.30 и 10.30, забирают в 16 и 17. В целом, очень довольны отелем, работой персонала, все добрые, отзывчивые. Правда, персонал весь англоязычный. Ну, как я уже говорил, здесь, в этих местах, вот в Фетхе, Ломани, здесь по-русски не так, как на Анталийском побережье. Даже я вот в Стамбуле был, на азиатской части, то есть на европейской части, там по-русски в магазинах везде говорят. А вот на, по ту сторону моста уже были, уже я там был, жили у нас как-то, я ездил из Болгарии. Там уже по-другому уже, там в основном по-английски, по-турецки. Ну ладно, продолжаю дальше. Кто не владеет языком, можно объясниться на руках или через Google переводчик. Невероятно красивые места, пляжи и самое море. Хочется вернуться в это место. Ну вот, так что вот такие пирожочки. Ну я вот данный отель, я считаю это, ну там хоть и говорят, там одна сказала, что четверка. Ни в коем случае нельзя сравнивать Алюди Низ, я не знаю, с Анталией или что. Так что вот такие, господа хорошие. Я данный отель рекомендую. Я считаю, это твердая пятерка. Я говорю, вот минус, что немножко удалено. Но можно, пожалуйста, за 4 лиры там трансфер заплатить, если ты там хочешь пораньше или что. Но места изумительные для отдыха. И сервис, питание, воздух сосновый, панорамы обалденные. Ну, не буду дальше. Ладно, поехали конкретно по информации отеля. Ну вот, ну сейчас начнем. Так что я отпускаю панорамы, фотографии анимированные, чтобы людям было, ну что и как посмотреть. Ну вот, Orca Sun Life Resort и Spa. Турция, Фетхе, Алюди Низ. Ну что я могу сказать об этом отеле. Это они позиционируют себя как семейные, оздоровительные программы, бесплатный Wi-Fi. Отель построен... А, еще что хотел сказать, что это не старый отель. Постройки 2013 года, ему всего 5-6 лет. Отель построен в живописном природном уголке Фетхе, без нарушения уникальной природной структуры и местности. Сможете насладиться комфортом курортного отеля с великолепным видом на Алюди Низ. Панорамы изумительные, конечно. Комплекс отеля состоит из основного здания, лобби, бар и ресторан. И 6 четырехэтажных жилых корпусов, лифта нет. Отель расположен в 60 километров от аэропорта Даламан в районе Алюди Низ, 2,5 километров от моря. Концепция лета 2019. Ну, как я уже сказал, 2013 год постройки. Общая площадь 15 тысяч квадратных метров, количество корпусов 7, количество номеров 250. Я хочу сказать, вот здесь, конечно, его построить. В горах, я не знаю, тут поселок рядом, можно прогуляться, но место изумительное. Ну, как я уже говорил, Турция, Фетхе, Алюди Низ. Расстояние до аэропорта уже говорил, расстояние до ближайшего курортного центра 8 километров, до Фетхе, до моря 2,5. Особенности размещения. Номера для людей с ограниченными возможностями есть, 2 стандартных ланбит. Номера для курения в номерах запрещено. Время заселения 14, выселение 12. Так что такие пирожки. Но я говорю, дальше, что на пляж автобус, полотенце, как я уже говорил, минусы. Полотенце, лежаки, матрасы, зонтики за денежки. На городском песчано-галечном пляже 2,5 километра. Вход в море песок изумительный, конечно. Автобус ходит на пляж два раза в день.
по развлечению. Дискотека есть, вечерние программы есть, дневные развлекательные программы есть. По питанию, рестораны а-ля Карш, шведский стон, итальянские, турецкие рестораны. Часы работы с 19.30 до 23.00. Необходима предварительная резервация. Лобби-бар Galaxy работает круглосуточно. Здесь, я говорю, питание, я не знаю. Ну, то есть есть чем заняться, то есть отдохнуть. Я не знаю, те, кто любят в хорошем отеле стационарно, я считаю, что... Хоть она и там и человек и говорит, что четверка, но я не знаю. Так, ну, расписание работы основного ресторана. Завтрак с 7.30 до 10. Поздний завтрак с 10 до 11. Обед с 12.30 до 14. Ужин с 19 до 21.30. Закуски, снэк в ресторане с 14.30 до 17 и с 23 до 0. Система питания УАЛ. Ультра все включено, действует круглосуточно. Включает прохладительные и алкогольные напитки местного производства. Платно за денежки напитки импортного производства. По инфраструктуре. Доктор за денежки, обмен валюты есть, прачечная за денежки, автопарковка бесплатна, аренда автомобиля за денежки, Wi-Fi бесплатно. Отель принимает кредитные карты, MasterCard, Visa. Wi-Fi на всей территории отеля, услуги доктора по запросу. Для детишек детская кровать, детские стульчики в ресторане, игровая площадка, мини-клуб, бассейн. Один открытый бассейн, 40 квадратных метров, глубина 30-50 сантиметров. Мини-клуб для детей с 4 до 12 лет, часы работы с 10 до 12 и с 14 до 17. По бассейнам. Крытый бассейн, открытый бассейн, водные горки. Один открытый бассейн с пресной водой без подогрева, площадь 675 квадратных метров. Один крытый бассейн с пресной водой без подогрева, 50 квадратных метров. Один бассейн с 5 водными горками без подогрева работает с 10 до 12 и с 14.30 до 16.30. По спа. Хамам, сауна бесплатно, а спа-центр и массажик за денежки. Также по спорту бильярд, мини-клуб, тренажерный зал на теннис бесплатно. Так что вот, господа хорошие. Ну что еще тут я могу добавить? По большому счету, вот так, также есть бильярд, ну как я говорил, уже и настольный теннис, тренажерный зал. Ну, что я могу сказать? Я данный отель рекомендую. Я говорю, вот, ну, минусы, что я немножко далековато от пляжика, ну, можно доехать или что, и копеечку за лежаки или матрасы. Но если там кто захочет, может также с собой циновку взять. Вот мы как из Таиланда, и ради бога, или зонтик там. Ну что ж, господа хорошие, данный отель я считаю твердой, хорошей пятеркой. Рекомендую в изумительном месте. Как я уже говорил, здесь Голубая лагуна, национальный заповедник Турции, известный своим необыкновенным пляжем. Панорамы изумительные, я не знаю. Этот отель, просто место, конечно, очень хочется съездить. Ну что ж, господа хорошие, не буду вас больше утомлять. Не уходите с моего канала, посмотрите видео. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и отдохнуть в классном, хорошем месте, в необыкновенном отеле с близким вам человеком. Желаю вам сегодня хорошего дня. Искренне ваш Гарри Кинг.